51 гривен. Выбирайте, девушка, можно сама. Ага, выбрать. Даже выбрать, да? Можно? Да. Только 50. Дайте мне гриночку. Ну нет, я все равно, у меня тут башню. Очень вкусная селёдка. Жирная, жирная. И мороженое, и малосольное. Ага, 120. Реки все свежие. Скумбрию только распечатала. Мойку только распечатала. Ага. Вам посолить, пожарить. Запечь. Зайчик, это ж надо, зайчик, как называется. Там нету хребта, одни хрящи. Та выше, да? Одна мякая, да, получается, да. 175, хорошая. Такой опленький. Вот такой тюлечки, 200 грамм. Маленькой. Хребет. Огурчики по 35, можно даже по 25. Сладкий перец 190, по 100, по 150. Кабачки по 15, капуста по 30. Кабачки по 15, ага, и по 20. Помидоры по 85 на выбор. Опять купила огурчиков, закроют по 25 гривен за килограмм. Дала кулечек и говорит, выбирайте сами, какие вам нравятся. Хоть маленькие, хоть побольше, хоть средненькие. Ну и соответственно, к огурцам я подкупила хрен с укропом, острый перчик, чесночок. Ну а на покушать взяла себе вот такие вот прикольные помидорки. И вот такой вот салат, он на развес, то есть 120 гривен за килограмм. Сколько вы возьмете, на весы они кладут, взвешивают и, пожалуйста, аляулю называется. Так что вот такие вот мои сегодняшние приобретения. Дома занимаюсь своим хозяйством. Подготавливаю баночки для огурчиков. Эти стоят, я за ними наблюдаю всегда, не прячу их длительное время, они стоят, и я проверяю, не вздуваются ли крышки. Даже когда вздуваются крышки, девочки, это ж вы знаете, это совсем не проблема. Снимается крышка, огурцы ставятся, стерилизуются, крышка в горячем виде опять закрывается. В крайнем случае, если уже совсем тут замутнилось, я
Ну, бывают такие случаи. Крышку снимаю, весь рассол сливаю, их промываю несколько раз, делаю заново рассол горячий, соль, сахар, там приправки, перчик. Заливаю горячим рассолом, ставлю стерилизоваться и закрываю. Стоит вот так. Вкус, и у того свой вкус, у того свой вкус, как бочковые получаются, как квашеные какие-то. В общем, огурцы никогда не пропадают, даже если что-то с ними произошло. А еще я сегодня купила вот таких вот парочку карасиков. Хочу сварить себе уху. Ну или как, рыбный суп, говорят, да? Ну а что туда? Рыбка, картошка, лук, лаврушка, перчик, соль. Ну такая вот как бы рыбная, просто похлебка. Вот так захотелось просто легенького чего-то, без всяких там наваров, без всяких, как вот в суп там всякие каши бросают. Вот захотелось просто такого чего-то, просто такого легенького. Значит, почем я взяла? 55 гривен за килограмм. Но там были по 25 гривен за килограмм. Ну, вы знаете, я не рискнула по 25, потому что я понимаю, что это вообще там, наверное, уже она и с запахом идет, и разваливается вся. А вот такая вот по 55, ну, такого вот средненького размера, вот такие две штучки. Барсика прическа идет к завершению. Вот. Здесь мордочка кругленькая. Здесь все обстрижено. А осталось вот тут вот. Вот тут вот осталось. Ну и, конечно, хвостик. И вот тут вот осталось. А тут уже посмотрите, как хорошо. Ему совсем будет не жарко. Да, мой зайчик. Во-первых, его почесать можно нормально. Я ни разу не видела даже какой-то. У него такой мех всегда был большой, что даже не видно за этим мехом было и кота. А теперь вон какая мордочка хорошенькая, кругленькая. Ну, он же и остался красивеньким. Остался. Ну, подумаешь, тут немножко не тот фасончик. Ну и что? Вон как красивенькая, тут еще на попке. Вот это ж я каждый раз по чуть-чуть, он же больше не дается. У нас такой парень капризный. Да? Капризный. Как попало, еще не даст, чтоб его стригли. Ну, а я считаю, все равно красивенький. Да? Ну, вон какая лопатулечка. Вот я свою уху и сварила. Вот такой получился у меня супчик. В общем, бросила я сюда еще немножко помидора, болгарского перчика, лук. В конце вот укропчик, вот кусочек мякоти рыбки, картошка. В общем, и так всего по чуть-чуть и получился супик. Вот картошечка, лук, болгарский перчик. Как бы пахнет рыбкой. Ну, свеженькая рыбка, как говорится, только купила, раз-два, сразу же и супчику горяченького можно похлебать. О, давно я что-то не варила, вы знаете, рыбный супчик. Давно. Аж захотелось. Приятного аппетита, Мариночка. Ну, вот так у меня день и проходит. На рынок сходила, скупилась, по дому занималась хозяйством, кушать готовила. В общем, разные всякие свои дела делала. Если вам интересно смотреть мои видео, оставляйте комментарии. Мне очень приятно читать. Я всем отвечаю. И ставьте пальчик вверх. Это помогает моему каналу. Большое вам спасибо за внимание.